ссылки из WhatsApp, которую опять рассылают всем знакомым и друзьям. Переходим. Открывается вот такое окно очередное. Участвуйте в розыгрыше, у вас будет шанс выиграть опять бесплатный подарок. Ё-моё, завалили подарками. У нас 3 попытки. Удачи. Нажимаем ОК. Я вам это показываю, чтобы вы сами не нажимали и не переходили. Это понятно, что лохотрон. Выиграй бесплатный подарок. 9 апреля, 21 год. То бишь сегодня это пошла рассылка. Ну, нажимаем, значит, на подарки. И как естественно, в самом последнем будет удача. Ох. У нас осталось еще 2 попытки. Ну, грубо говоря, вот сюда нажимаем. Опять не выиграли. К несчастью, у нас осталась 1 попытка. И какой бы мы сейчас ни нажали ящик, коробку, там, конечно же, будет подарок. Вот такой бесплатный. Та-дам! Ты-ды-ды-ды-дым! Так, значит, наш приз, подарочная карта на 1, 2, 3, на 10 тысяч рублей. Следуем инструкциям, чтобы получить свой приз. Окей. Поздравляем! Магнит или какой-то там нит дарит нам 10 тысяч, а выглядит как 100. Расскажите 5 группам или 20 друзьям о получении подарка на 30-летие компании какого-то нита. Поделитесь. Нажмите и заберите свой приз. Делитесь этим, пока не заполнится синяя полоса. Если мы нажимаем на WhatsApp, у нас открывается WhatsApp. И кто поверил в эту, как в этот лохотрон, отправляет это 20 друзьям. Представьте, эти 20 друзей отправят своим, даже пусть 5 друзьям. И кто-то поведется. WhatsApp нажимать не буду, потому что откроется мой WhatsApp. Зачем? Нажмем кнопку «Продолжать». А вы должны поделиться WhatsApp. То есть вы не поделились. Делитесь, пока не заполнится синяя полоса. Открыть приложение WhatsApp просит. Ну ладно, хоть для совести. Не буду я его открывать. Отмену сделаю. А полоса дойдет сейчас вот 70-80% будет. И так до конца и не дойдет. Ага, не дает, пока не поделишься. Если сколько-то поделишься, я вам скажу, что будет дальше. Если ты делишься WhatsApp с друзьями, открывается окно, ура, ура, вы поделились. И там введите свой номер телефона. И там будут обещать 1000 там обещаний заоблачных. Ни за что не вводите номера своих телефонов и никуда не посылайте. Тем более уже никаким друзьям это не пересылайте. Всем известно, что это очередной, даже не розыгрыш, а лохотрон. И вместо этой карты нита может быть... Вот слышали? Пришло очередное сообщение. Это мои друзья мне посылают вот эту хрень. Не вводите свои номера телефонов. Не давайте свои адреса, не указывайте никакую электронную почту. Это я вам точно говорю. Еще раз нажмем продолжать. Нет, не дает. Нужно поделиться. А я не хочу делиться. И не буду. Показываю это вам все на компьютере. А делитесь вы все с мобильных телефонов. Удачи и не попадайтесь.